Привет, мои дорогие рукодельники и рукодельницы! Вы на канале Рукоделие Наслаждение, и с вами Наташа Дуик. Сегодня очередной выпуск «Счастье хомяка». У меня нет такого плана, когда я делаю раз в месяц, или реже, или чаще. Я больше делаю этот выпуск в зависимости от своих покупок, когда оно дошло до меня, да, когда я смогу вам что-то показать. Этот раз тоже я была в магазине, и снова появилась вот такая вот пряжа, из которой я вязала кардиган любимый, который называется. Это 100% акрил, здесь 100 грамм, и метраж очень большой достаточно, примерно как метров 400 в 100 грамм, либо даже немножко больше. Очень похоже по толщине на пряжу Ализе. Симли, по-моему, она называется. Вот примерно такая же толщина. Вот. И вот такой вот красивый серый цвет. Эта пряжа, может быть, если кто живет в Канаде, эта пряжа продается в магазине Долларама, и она стоит вот по 2 доллара за 100 грамм. Вот. Пряжа очень хорошо стирается и очень приятная на ощупь, но, как может быть, жарковатая она немножко по сравнению с другими вот акриловыми изделиями, которые я вязала. Вот, я сначала думала, может быть, вязать какие-то изделия большие, но сейчас я думаю, что быстрее всего это очень тоненькая классная пряжа, можно вязать шапочки с градиентом, если смешивать, да, цвета. Вот, однажды я, год или два назад, я делала для ярмарки, вязала разные шарфики, и очень классно получилось их продать. Не знаю, может быть, я свяжу много шапочек для ярмарки, либо онлайн где-то попробую продавать, может быть. Посмотрим. И получается такой вот серенький цвет, и у меня их 6 таких вот катушечек. 6 таких вот малышек я купила. Также точно такая же пряжа, еще цвет такой вот фиолетовый. Очень красивый, и как бы когда меняют цвета, такой вот фиолетовый, серый, и фиолетовых у меня тоже 6, и вот такой вот нежно-розовый, немножко ярче розовый он в жизни. То есть вот эти цвета можно спокойно делать градиент, и черненький, вот так вот, черненьких у меня 2, вот таких вот фиолетовых 6, розовеньких 6 и сереньких 6. Вот, так что буду что-то творить из них. Вот. Еще в этот раз у меня пришла такая вот посылочка. Конечно, я ее открыла очень редко, когда я могу дождаться до видео, чтобы вам это показать. Не открываю. Я заказала на сайте eBay. Это почти то же самое, что AliExpress. Кто знает, что такое AliExpress, eBay такой же самый практически сайт, там цены такие же одинаковые, продукция практически одинаковая, вот. Только на eBay единственное, что можно в розницу, не обязательно оптом покупать. Я заказала вот такие вот деревянные пуговички. Там их было, здесь получается 100 пуговичек, и они стоили 2 доллара, ну вот за все вот эти пуговички, бесплатная доставка. Здесь получается несколько размеров их, вот видите. Вот, никогда раньше не заказывала пуговички деревянные, всегда покупала, если не нужно было, просто в магазине. И этот раз я решила вот рискнуть и заказать. Что хочу сказать, пуговички, ну, может быть, кто-то из вас тоже их видел, они ничем не покрыты, это чисто вот деревянные они. Они очень гладенькие, очень классно сделаны. То есть я даже не ожидала, я ожидала их более, знаете, какими-то шершавыми такими вот. Они почти вот на ощупь как гладенькие, как пластмассовые, но зато чувствуется, что они деревянные. И такие вот пуговички, они вот чисто, чисто дерево, да, просто. Ничем не покрытые, ничем не, в общем, натуральные, приятные, я думаю, для свитеров. И что мне нравится, что они очень легкие. То есть, ну, даже свитер из такой тоненькой легкой пряжи, то есть можно легко пришивать и не будет никуда оттягиваться. Также еще я заказала другие пуговички, тоже деревянные, тоже их здесь 100 штук или 200, по-моему, 200 этих. И это пуговички тоже деревянные, только они уже покрыты краской. С задней стороны они белые,
А с этой стороны тут различные мячики. Вот этот баскетбольный мяч, вот этот теннисный мяч, вот это для американского футбола мяч. Дальше вот оранжевенький мяч. Что это у нас может быть? Как футбольный, что ли? И тут вот получается вот эти вот, вот обычный футбольный мячик, да? То есть различные мячики. Они как бы идут в ассортименте, да, то есть каких сколько попадется. Но я думаю, для детских вещей, ну вот когда для сына своего буду вязать, либо, может быть, если я хочу что-нибудь на продажу, для ярмарки сделать, либо на подарок, да, у меня еще племянник тоже есть. Вот, то есть можно, если куда-то вязать кому-то, то всегда можно просто пуговички, когда... Если покупать в магазине вот просто отдельные пуговички, то одна пуговка у нас в магазине, ну вот примерно вот такого вот размера, будет где-то стоить 2-3 доллара. То есть а здесь я могу 100 штук купить за 2 доллара и 200 штук. Ну, в общем, решила рискнуть, попробовать. Не знала, какое будет качество, но качество мне очень нравится. И вот эти вот большие пуговички, здесь их 50 штук, они тоже стоили тоже 2 доллара. Вот, а у них темное дерево покрытое. Мне кажется, что это морилка, не покрытая, но лаком не вскрытая. Может быть и вскрытая, потому что очень гладенькие, такие классные. Это подойдет для кардиганов, даже для мужских кардиганов. Эта пуговка, она где-то 2,5 сантиметра по диаметру. Вот, 4 дырочки, тоже очень-очень легкие они. И здесь, получается, они уже тут не ассорти, да, здесь уже просто... Они все одинаковые. То есть это я больше тоже искала пуговки для безрукавки ковбойки, например, которую я вяжу. Такая сиреневая мастер-класс у меня есть. Вот, я еще не примеряла, либо, ну, эти, конечно, будут сильно светлые. Я думаю, более вот эти темненькие подойдут для ковбойского стиля. Вообще, эти такие, да, они как классические, в то же время могут подойти к разным стилям. Вот, так что если вы будете видеть онлайн-магазине на AliExpress или eBay, или Etsy, или еще где-нибудь, да, вот такие вот деревянные пуговички китайские, эти пуговички все были с Китая, там очень много продавцов, которых продают, это не обязательно покупать у одного и того же продавца, да, потому что я думаю, что они их закупают всех в одном месте. Вот, такие вот были у меня покупочки с пуговками. Я ими очень довольна. Единственное, не могу вам сказать, как они ведут себя после стиральной машины. Но я думаю, что если я буду стирать в стиральной машине, все с ними будет хорошо. Но вот насчет сушилки, вряд ли их можно засовывать в сушилку. Потому что быстрее всего они лопнут, я так предполагаю. Я не знаю, я не пробовала. Вот, и последняя моя посылочка по поводу нее. Я очень-очень... рада, потому что я давно-давно засматривалась на это спицы здесь, и я очень давно на них засматривалась, но никак не решалась их купить. Это спицы Эдди, которые сделаны в Германии, и видите, это Sock and Wonder называется. Это спицы для вывязывания носочков круговые, либо для рукавов. Смотрите, они такие малышки, увидите, какие они маленькие. Совсем маленькие, да? У них получается 25 сантиметров в длину. Это вот от начала до конца 25 сантиметров. И вот эта спица, видите, две, они разной длины. Вот эта маленькая спица, она 4 сантиметра. А вот эта вот, она 7 сантиметров. Получается, вот эта рабочая нить, которой вы работаете, ее, получается, нужно держать, да, более. А это уже откуда вы берете. Но, в принципе, я думаю, если кому-то удобно наоборот, можно и наоборот, да, делать, как кому удобно. Вот, но что я видела много видео, большинство на английском языке, где женщины показывают, как вязать носки. И, в общем, они вязали на вот таком вот маленьком каком-то чуде эти носки. И мне вот стало интересно попробовать их. Особенно носки я не так часто вяжу, но вязать, например, рукава, то есть я очень люблю вязать рукава по кругу без шва. И я раньше вязала это, ну, на больших, да, с леской вот так вот держала, там, чтобы леска была с двух сторон. Последние два свитера я вязала просто на носочных спицах деревянных. Было достаточно удобно, но
получается, провязываешь там 6 петель, там 8 петель, и уже нужно, да, новую спицу брать, новую спицу, новую спицу. Так же самое на носках. Поэтому я хочу очень сильно попробовать вязать по кругу. Я постараюсь сделать обзор на вот эти спицы и показать, как я вяжу по кругу, и сказать вам, удобно это или нет. И еще раз смотрите эти спицы. Просто я их долго искала и не могла найти, не могла, ну, то есть я не знала, как они называются, в какой фирме их искать. Вот, и потому что, ну, не могла, просто вводила, да, в поисковик спицы на леске для носков. У меня не выходили они в поисковике, я не могла их найти, и потом вот однажды случайно их нашла, когда просто просматривала спицы вот этой фирмы Эдди, я увидела вот эти маленькие спицы и даже не была уверена, это то, что я хочу или нет, то, что я ищу. Но рискнула вот заказать, и оказалось, что это именно то, что я хочу. Вот видите, Sock and Wonder они называются. Я не знаю, если вы на русском языке ведете, вряд ли вы их найдете. Может быть, найдете, я не знаю, я не пробовала. Но и вот на немецком, может, кому-то понятно. Я немецкий не знаю. Вот, но, может быть, кому-то поможет эта информация. Вот, поближе показываю, просто вдруг кому-то что-то подойдет. Вот, они пришли очень быстро. Посылочка была вот такая вот большая. Здесь была еще такая вот просто кусочек гофры, наверное, просто чтобы защитить их в пересылке. Вот, и... Но пока что они очень удобны. Здесь на них даже вот написано, видите, метраж их, да, 25 сантиметров, Эдди, 3,75. 3,75 толщина, это самые толстые, которые у них были. То есть толще их не бывает. И так, и они потом идут тоньше, тоньше, тоньше. Но так как я их брала из расчета вязать рукава на свитере, они в основном, для носочков, наверное, можно и тоньше взять. Но для рукавов, то есть чаще всего я вот на 3,5-4 вяжу свитера, поэтому для меня это будет ходовой размер. И я что решила? Я решила попробовать ими купить одни и попробовать вязать. Если они будут очень удобные, то есть будет мне удобно ими вязать, тогда я закажу потоньше. Может, тогда в процессе я уже определюсь, какой размер мне нужен. Вот. Вот и все на сегодня. Обязательно сделаю обзор, потому что, я думаю, те, кто вяжет по кругу из вас рукава и носочки, устали, может быть, от этих маленьких спиц, то тогда для вас это пригодится, да, этот обзор, чтобы знать уже наверняка, заказывать или нет, потому что это как подороже, да, стоит, чем доллар или два, поэтому хочется точно знать. Ну вот, всем пока, спасибо за внимание, если будут еще какие-то вопросы по поводу пуговичек, может, я когда уже постираю в стиральной машине и посмотрю, что произойдет с этими пуговичками, я быстрее всего там пару месяцев позже под этим видео напишу в описании, что я думаю по поводу этих пуговичек и трескаются ли они после стирки. Потому что если это свитер, да, или кардиган, то часто стирается, или детские вещи, например, да, которые мы часто стираем, то хочется знать, если, как вот эти пуговички себя ведут. Потому что если они трескаются, то лучше, конечно, тогда пластмассовые, да, использовать. Ну, спасибо за внимание, всем пока, была рада с вами пообщаться, поделиться.